Сегодня уже выпускники Алексеевской гимназии, самой волшебной школы в мире, принимают свои поздравления. Давайте знакомиться, давайте начинать прямо сейчас наше волшебство. Прошу. 11 А. Факультет Гумфиндор. Сегодня именно последний звонок. Решили сделать немного по-другому, для того, чтобы все дети, во-первых, поучаствовали, во-вторых, получили качество. Конечно, с помощью других сервисов, таких, например, как Zoom, есть еще Skype, WhatsApp, тоже интересно, но не получается того волшебства, не получается той удивительной картинки и праздника, который хотелось бы подарить нашим выпускникам. Поэтому решили его сделать нестандартно. Во-первых, спасибо режиссерам нашим, которые организовали такую интересную картинку, вы ее видите позади нас, да, то есть это действительно волшебство, настоящее выпускное в школе волшебства. Плюс к тому мы используем, естественно, современные технические возможности. Одни из них, конечно же, да, это прямая трансляция. Она будет сегодня проводиться в Ютубе, ВКонтакте, а также немножечко в Инстаграме. Конечно же, в первую очередь, это волнение. Волнение от того, что я уже так долго не видела своих ребят, и, наверное, вот эти уроки в онлайне не дают тех эмоций, которые я получаю от уроков. И общение на ВК, общение в различных чатах, социальных сетей, конечно же, тоже не дают тех эмоций. Поэтому я очень-очень скучаю по своим детям и надеюсь, что когда все закончится, вот в данном случае с обстановкой, которая у нас сейчас связана с коронавирусом, мы обязательно встретимся. Очень двоякое чувство, чувство грусти, что последний звонок, что с ребятами мы очень хотели увидеться до этого. Столько было обсуждений, столько было планов. А с другой стороны, праздничное, нарядное, радостное, что все-таки у нас будет праздник, какой бы он ни был. И ребята настроены, и ребята готовы. И мы будем очень-очень все-таки надеяться, что все это закончится, и мы встретимся, и будет большой у нас праздник. Впереди их тоже ждет непонятное время сдачи экзаменов. Поэтому, будем надеяться, что все будет хорошо, что мы преодолеем все трудности, и все у них будет замечательно.